Казань. Город мечты, город красок и контрастов. Город перспектив и карьерных взлетов. Город для людей. Тысячи сотрудников ежедневно трудятся во имя процветания Казани и его жителей. Это большая команда. Да что они там делают для жителей? Деятели. Вы хотите об этом поговорить? Че? Нам важно, чтобы вы были услышаны. А я хочу поговорить. Всем привет! Меня зовут Ильдар, и у меня большая семья. Несмотря на разницу в возрасте, интересах и вкусах, живем мы очень дружно и никогда не спорим. Обау! Нишисень! Шушина кадар тус салалар мне! Ну, почти не спорим. Это мои бабушка и дедушка, Альфия Аби и Зуфар Бабай, звезды нашего двора и движения «Жизнелюб». Они активно участвовали в обсуждениях благоустройства придомовой территории. Эби просила цветник, а Бабаю нужно было место для игры в шахматы. Машина куярга да урын керек бит инде. Архитектор Алмаз сделал все, чтобы Эби с Бабаем не ругались. Новым двором довольны остались оба. Эйдегиз, койнар шахта ошагыз. Туктап тұралы қаршық, эйде, юр. А это тетя Света и дядя Азат. Они приезжают к нам в гости из Залесного. А так как Горьковское шоссе ремонтируется, то они много, очень много времени проводят в пробке. Я, Юры, наложница султана Сулеймана. Тетя Света ругается, а дядя Азат радуется. Ведь совсем скоро ремонт закончится, и они будут доезжать до нас еще быстрее по новой широкой дороге. А это Лисан, моя сестра. У них с Эльмиром своя молодая семья. Они очень долго думали и выбирали, где бы им основать свое семейное гнездышко. Лисан важно жить рядом с парком, ведь она в положении, и свежий воздух ей необходим. А ее супруг Эльмир – учитель в новой школе в Салават-Купере. И в этом году в этом микрорайоне открылся новый парк. Лисан с Эльмиром переехали, и теперь спорят о цвете стен в детской. Это моя двоюродная сестра Кристина. Она волонтер штаба гуманитарной помощи, в котором собирают вещи и продукты для жителей города Лисичанск. Для Кристины это личная история, потому что ее брат Тимур находится на передовой. И его решение в прошлом году единственное не вызвало никаких споров. Да, иногда семья сталкивается с вызовами, но на то она и семья, чтобы поддерживать друг друга и быть рядом, несмотря на любые испытания. На этом и строится моя семья, на ценностях любви, поддержки и ответственности. Парень, а ты кто? Я? Я Эльдар. И я работаю в мэрии Казани. И эти же ценности я использую в своей работе. Каждый день мы, как и в любой казанской семье, выполняем свои роли. Делаем дороги ровными. Думаем о комфорте. Открываем школы и детские сады. Обновляем пространство. Помогаем хвостатым друзьям. Протягиваем руку помощи тем, кто в ней нуждается. Думаем о будущем. И все это, чтобы удовлетворить иногда противоречивые, но очень важные потребности каждого члена нашей большой семьи. Постройте метро в Салават-Купере! Меньше машин! Больше парковочных мест! Прибавьте тепла в домах! В квартире жарко, выключите уже отопление! Добавьте овощей в школьное меню. Школьники не едят овощи. Уберите. Сделайте велодорожки. Больше инклюзивных мероприятий. Меньше заборов. Спасибо, что услышали. Что он сказал? Спасибо, что нас услышали. Ура! Город – это такая же семья, как моя, как сотни других. Со своими радостями и переживаниями, надеждами и мечтами. Важно уважать, слушать и слышать друг друга, уметь переживать временные трудности ради общего блага, быть настоящей семьей. Ведь Казань — это не просто город. Казань — наша семья. Как нам сейчас домой попасть?